О, наконец-то я дождался этого солнца и тепла, и весны. Красотень-то какая. А вот проснулся он у нас тут. Не знаю, видно или нет тут. В детском садике. Какое-то представление готовят. Там и девчонки молодые, и женщины не совсем молодые, в общем. На телефоне, наверное, не видно нифига. Ну, в общем, вот. Наконец-то все зеленое, все красивое. Можно погулять, походить. Слава богу, тихо все. Солнце светит, 16-этажка даже стоит. Слава богу, не разбомбил них никакой пидор. В общем, красота. И цветут каштаны и сирень. И еще вот эти белые кусты. Не знаю, как они там называются. А, вон они. Блин, сейчас если видно будет. Вот, вот эти кустики. В общем, пахнет все красивое. Ходили вчера с друзьями на рыбалочку. Посидели, рыбки поймали, погуляли, пообщались. В общем, здорово. О, там уже какой-то звучит песня, тарелочка какая-то. Вот так. Хоровод какой-то. Чик. Надо пить кофе, да идти к ним танцевать тоже. Рядом становиться. И хороводы водить. Голуби летают. И водить хороводы. Ашуру быть. Говорят, запомнили, значит, репетиция какая-то. О, махают руками. И я им помахаю. Молодцы, девчата. Детский садик не работает, но, наверное, готовят к чему-то. К приему детишек. Я так думаю. Ну, а что бы они там репетировали. В общем, красота. Моя любимая пора года — это весна. Май месяц. Каждая минута дорога. Ха. Прикольно танцуют они, короче. И раз, два кричат там. И все. Вот. Так что такие пироги. А вот второй видос сниму тебе, Лена, специально для тебя еще и с балкона. То с лоджии было. А вот с балкона. Ну, у тебя, наверное, такой же самый вид там. На восьмом этаже. Вот все зеленое, все красивое. Там даже поубирали под подъездом, все чистенько у нас. Чисто и красиво. Сегодня понедельник, людей мало.
тихо и хорошо. Короче, все зеленое-зеленое, в общем. А вот там вот на речке, вот где я сейчас навел камеру, вот там мы ходим на рыбалку туда, короче. Вон там красный камень, если видишь. Слава богу, стоит. И мы стоим тоже, держимся. А хули делать? Так что так.